Извиняюсь, пожалуйста, я Григорий Иванович. Рано заскочили. Григорий Иванович не умывался. Пройдите в комнату. Рановато прибыли. Григорий Иванович не кушали, а не умывается. Пройдите в комнату и обождите. Продуктов-то сколько понасыпал? А, это ты, Бананов? Ну что, продался? Извиняюсь, сейчас скажу. Комок в горле застрял, нервный спазм схватило. Сахарок продан. Благополучно завершил операцию. Вся сумма сполна. Можете не пересчитывать. А как насчет детского мыльца, Григорий Иванович? Пожалуйста, могу провернуть и детское. На днях провернем и детское. Нынче второй человек пугает насчет газет. Борьба против расхищений, говорят, и так далее. Трудные времена пошли, Григорий Иванович. Еще 100. А? 100. А-а-а. Действительно, кажись, за подкладку завалились. Завалились, да? А насчет детского заскочи послезавтра, сговоримся. Ого! Его как? Пустышки-ка. Ну, говори ты толком, чего еще, ну? Ого, ого! Ух ты, ух ты, ух ты! Да! Вот это да! Ух ты, ух ты! Мне буквально дурно делается от твоего мычания, ну? Вот и ну! Теперь тебе взялись против расхищения. До высшей меры включить. Ну, а ты-то чего крякнул? Ты чего расхищаешь? Подумаешь, раз в год принесет какое-нибудь гнилье, потом без крику газет читать не может. Все ему высшая мера снится. Я вообще говорю, вот что получается. Призываются граждане на борьбу против расхищений. Призываются граждане. Другие заведующие несут, несут, ставить некуда. А я не несу. Я по-вашему розы нюхаю. Дура какая, идиотка. А это чего? А на тебе чего? Другие на сторону продают, и то без криков газеты читают. А я что? Я мало на сторону продаю. Нам кто-то? Ты с утра пораньше приперся. Уж не брать ли ваш подлец? Не пугайтесь, граждане. Я послан от следователя, который тут гражданин Горбушкин. Вот они Горбушкин. Они Горбушкин. Тогда будьте любезны, пройдемте со мной. Следователь велел спешно. Брекру. Не могу прочесть букву, прыгают. Брекру По делу. По делу? Просили к 10. К 10? Ну да, к десяти. Я всегда к 10. Ух ты. Я сейчас, товарищ, сейчас. Поскольку... Я сейчас. Сейчас. Я готов. Ведите меня, товарищ.
Нет, это дети капитана Графа. Конечно, я. Жора, Гриша, ты того. Ну, того я говорю. Ну, хуже. Хуже. Понятно? Понятно? А? Сейчас иду. На носках лечу, быстро, быстро. На потолок полезли, а? А я думала, может быть, паутины там. Так, таких делов полезешь. Обыска еще не было? Обыска не было. Ну, так будет. Будет. А как же? Это ой, обязательно обыск и полная конфискация имущества. Загремел ваш Григорий Иванович. Скажите, вы не по делу Фунтикова? Это какой? Какого? У которого не достать. Не достать. Прорвал высшая мера. Высшая мера и полная конфискация всего имущества. Ух ты, ух ты. А это еще чего? Это сосед наш. Еще маленько успокоить даму. Жора, ну... Жора! Да ну дело-то какое, я говорю. Да ну брось свои детские штуки. Ой. Ну припомни, чего у него было? Жора, ну я прямо теряюсь. Ну, было, конечно, было. Сахар был, мануфактура была, бумага была. Ну, а есть чего? Сахар есть. Это я так понимаю, полная конфискация имущества сейчас может произойти. Что? Полная конфискация. Конфискация. Ну, да, я же и говорю, тут надо на полных парах гнать. Сейчас кругом все имущество надо продавать. Жора, неужели кругом все имущество продавать? Рафинад для примера я себе возьму. На рафинад кидать. Сахар в продажу не поступает, сахар я на себя беру. Тогда может быть что-нибудь из текстильного товара. Нюша, а? Быстро покажите им пальто и костюмы, только быстро, быстро у меня. 30040. Костюмы, конечно, мало интереса, хотелось бы что-нибудь более вечное. Федор Павлович? Это я, Жора. Есть дело. Полная спешная распродажа. Угу. Разная обстановка. Мебель, картины, шкафы, картины. Чего? Чьих кистей? Каких кистей? А, кистей! Нет, кистей, знаете, нету. Нету картины без кистей. Ну, обыкновенные, знаете, рамы и никаких кистей. Чего? Сейчас. Нюша! Нюша! Чего? Он говорит, какие-то кисти. Какие кисти? Нет у меня кисти. У вдовы кистей нету. Чего? А! Он говорит, чьих кистей? Какие мастера? Нет у меня мастеров. Какие мастера? Нет, это так прежние буржуазные классы гуманно выражались. Чьих кистей, одним словом, кто картины красит. Ну, а пес их знает, кто их красит. Фамилии, фамилии он спрашивает, только быстро, быстро отвечать. Ну, Жора, Жора, я не могу в данный момент об этом думать. Ну, я, на ух начинается. На ух начинается. Ухов, Чехов. Нет, на ой. Или нет, на ой. Чего? Айвазовский? Ну, да, этот.
Айвазовский. Одним словом так, на одной картине чудесная березовая роща. Метров 40 сухих березовых дров. А на другой... На другой простая вода. Вода. За рощу не меньше 1000. Ну, вот. А за воду сговоримся. Федор Павлович, значит, мы вас ждем. Так? Ну, я забираю этот товар, Анна Васильевна. А насчет супруга вы оставьте беспокоиться. Я на это так завсегда смотрю. Меня, например, лично это никогда не пугает. Только бы, думаю, не высшая мера. Высшая мера я действительно с трудом переношу. А остальное как-нибудь утрясется. Ну, добра. Чего он зубы заговаривает? Деньги-то он, бродяга, уплатил? Уплатил, уплатил, не сомневайся. Давайте сюда деньги, чего их там держать? Ничего, я бы подержала. А, Федор Павлович, очень приятно. Не хватайте за меня руками. Жора. Очень приятно. Федор Павлович, глядите сами мебель. Можно. Можно. А картины? Картины? Айвазовский. Что? Айвазовский. Сколько вы за весь этот хлам хотите? Федор Павлович, там еще чудесные дамские спальни есть. Спальни? Можно. Сколько на круг за весь этот хлам? 3 возьмете? 3. Дешево покупать, только домой не носит. 3. С ума сойти, 3. Даю 4 и кончу разговор. Нет. Соглашайтесь. Сестрица, нет. Соглашайтесь. Хорошо даю. Федор Павлович, мы согласны. Только быстро, быстро присылайте лошадей. Быстро! Через 10 минут. Ладно, давайте быстро, на нас. Что же получается? Тут надо для примера все совершенно ударно провернуть. Ой. Этот сейчас возьмет мебель, шурфы, тот пущай костюмы. Я тоже что-нибудь возьму. Оставлю тебя по мере возможности. А помогу, чем могу. А которые придут, у вас и нет ничего. Ой. Жена в полной нищете на койке сидит. Смотрите, всем я хороша, мой вор. Давай, детка. Как? А одета-то как? Как? Накрутила на себя, как верблюд. Жора, Жора, что же это получается? Быстро наденьте темненькое платье победнее. Только быстро. Ясно? Ясно. Ведетель Горбушкин, войдите в кабинет. Скажись, тут таких свидетелей нет. Есть свидетели, нет. Гражданин Горбушкин, вас же зовут. Войдите. Господин Горбушкин. Садитесь. Что вы можете сказать по делу Гурского и его сообщников? Я тут не замешан. Я знаю, что вы в этом деле не замешаны. Я вас вызвал как свидетеля. А с... свидетелем? Вот я и пришел. В качестве свидетеля, чтобы узнать, собственно, в чем дело. Сидит, а? Очень миленько на них сидит. Нет, чувствую, что широко. Ну, откуда здесь широко?
Оно даже как бы скорее Усканова. Да где же помилуйте Усканова? Известно Усканова. Он даже дышать груди не может. Очень миленько на них сидит. Нет, что-то не то и плечо режет. Не чувствую, что узко. Ну, действительно узко. Ну, знаете, вы фигуряете. Вы же только что говорили, что широко. Да ради, я говорил широко. Наоборот, я говорил узко, вот, вот именно узко. Дышать невозможно трудно. Ну, знаете, вас не поймешь. Откуда же узко, когда материя ложится свободными складками? Скорее, широко. А может, широко. Чего чего нет? Нет, ей богу, широко. Да ну и вовсе никакой широты не наблюдается. Эмарка, фигурку-то. Облепляет. Да они сами не знают, чего они хотят. Правильно, вы сами не знаете, чего вы хотите. Тогда я колпак еще возьму, как бы в премию. Меня такие колпаки очень интересуют. Суд с вами берите, только быстро, минут как, Никитич. Что же на моих глазах делается? Куда ж ты, сатана, на лампу попер? Стоп, не хватайте за предметы руками. Положите стул на место, мебель продана. Извиняюсь. Тумбочка тоже продана. Извиняюсь. Все кругом продано, одна квартирка осталась. Вашу квартирку я бы принял, если бы в рассрочку. Есть дело. А я-то для примера, где же буду находиться? Ах, черт, верно. А где же вдова будет находиться? Да в крайнейшем можно ей угол уступить. Правильно. Пишите расписку. Или нет, лучше я сам напишу. Как звать? Вася. Фамилия? Синебрюха. Да, получил 10 тысяч рублей. Подпишите. Да я же ничего не получал. Так, чудак, внесете деньги за квартиру, получите обратно расписку. Пиши. Быстро. Все. Ну, теперь, кажется, все. Жор, это прям, ну что ж такое получается? А если меня вызовут, что я скажу? А если вызовут, то скажут, что у меня нет ничего, вот я вся тут. А может сказать, на иждивении у брата нахожу? Ничего чего! И прямо не упоминайте меня, прямо меня забудьте. Прямо нет меня. Фу ты, черт. Ох, ей-богу. Слушай, Нюша, а может тебе быстро-быстро выскочить замуж, а? Замуж? Ой, это как же? Тогда бы у нас все очень великолепно получилось. Вещей нет, сама дескать, ты изъявили в мужа, пятый, десятый. Нет ли у вас какого-нибудь дурака на примете, а? Овчинка выделки не стоит. Войдите. Ей-богу, не возьму костюм. Кругом все смеются. Ну, перестаньте вы конючить. Вы лучше мне скажите, чего вы так часто стали в гости заскакивать к моей сестрице. Может быть, только этим компрометируете молодую вдову? Ты ж как же помилуйте часто. За месяц только раз и зашел, успокоить даму. Успокоить даму. Знаем мы эти спокойствия. А если она вам нравится, то возьмите и женитесь на ней. Ты ж как же помилуйте нравится? Я про костюм говорю в обратном смысле, что костюм не нравится. Вы мне баки не заколачивайте. А возьмите и женитесь на ней, если на то пошло. Только быстро, быстро, в ударных темпах. Ну как же это так, помилуйте? За что же я буду жениться? Я, право, вас не понимаю. А и понимать нечего. Как Наполеон. Взял и женился. Но если они не хотят, не о чем говорить. То есть как не хочут? Они хотят, но стесняются. Чего же вы меня суете, куда попал? Я же еще ничего не говорил. Ему говорить надо. Вот вы и говорите, что, мол, хочу жениться. Ну, если у человека нет вкуса, тогда так и скажите, и нечего вводить людей в заблуждение. Я не вожу в заблуждение. Я вкус имею. А? Только я говорю... Не смешите меня. Вы имеете вкус. Такая славная, интересная женщина. А корпус? Корпус какой, а? Да я вижу, вы ничего в женщинах не понимаете. Ребекка Нашка. О, мир
я тоже понимаю. Признаю, конечно, что это такая история интересная. Только я, право, не знаю, как же это так? Нюша, а ну пройдите. Хорошая стройная походка, а? Другая идет как верблюд, а эта вдова ровно кладет ножки. Я это понимаю, признаю, конечно. Она мне нравится. Только как же так, помилуй. Тем более развестись вы всегда можете. Ну а в чем толковать я? Разве что если развестись, то я, пожалуй, женюсь. Жора, ну что же это получается? Не хватайтесь за того руками. А вы, Нюшенька, заскажите в ЗАГС и разведитесь со своим вредителем. Только быстро-быстро. Видал, как дела делаются? Раз и класс. Папка дурак. Он дурак. Ну-ну-ну, без хан. Нюша, по дороге в ЗАГС не забудьте загнать кому-нибудь кухонную посуду. Шо, это тут мебель скучает. Здесь, здесь, давай быстрее поворачивайся, ну. Колокольчики, бубенчики звенят, звенят, а в ошибках моей юности твердят, твердят. Легко делался, поет. Это тоже выносите. Мою мебель не трогайте! Видите, что он делает? Мою собственную мебель берет. Откуда же это ваша мебель? Поскольку я женился, значит, и мебель моя. Да, чего же вы тянули перетель? Ну, женились бы раньше и остались бы при мебели. А зачем же я у него костюмы купил? Ну, вот и будете в них щеголять медовый месяц. Но ведь я за них деньги заплатил. Значит, я у самого себя купил. Идите вы к лешим. Ага, завтра была? Да. Посуду продала? Продала. Молодец. Ну, до чего же у вас паскудный жених попался? Мы так славно расторговались, а вон редких совах. Прямо голова как в тумане. Чего-то я ничего не понимаю. Да к ней верьте, хоть подойдите. Крутится, как баллан. Колокольчики, бубенчики звенят, звенят. Про ошибки моей юности твердят. Любую девушку русскую косую. Ну что? Очень вежливо поступили. Извиняемся, говорит, что повестку вам не по почте прислали. Я говорю, колокольчики, бубенчики, по какому делу я свидетелем, вам только вызывать да дело отрывать. А они говорят, расскажите, что вы знаете про Гурского. Пожалуйста, говорю, беру себе. Чего это? Чего это? В моей камере происходит? А? Это мы, Григорий Иванович. Прямо голова как в тумане. Нюша, костюмчиком моем. Это чего же? Ты что, сатана? В мой костюм вперся! Извиняюсь! 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 Погоди! Я с тобой во вторую очередь поговорю! Нюша! 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 Это чего, я говорю, происходит? Где моя мебель, картины, имущество? Милиция! 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 Или вы сошли с ума, милицию звав? Я буду Григорий Иванович, что делает? Милиция! Милиция! Григорий Иванович без вас великолепно сядет не сегодня, так завтра. Говорю вам об этом как политически подкованный человек. Зачем же нам хлопотать и самим напрашиваться в милицию? Граждане! Граждане! Это чего же, я спрашиваю, происходит? Я несу, ставить было некуда. Они все мое имущество секретировали. Чего же мне теперь делать?
Розы нюхать! А?